Первая карта в нашем топе называется Зап. Зап мне очень нравится, хоть не всех убиваю с первого раза, но скелетиков дефать легко. В общем, переходим к следующей карте. Погнали! Следующая карта в нашем топе — это Рыцарь. Рыцарь — очень прикольная карта, она у меня есть. 9 уровня мы ее недавно прокачали. В общем, она мне очень нравится. И погнали к следующей карте. Надеюсь, вы не поняли. Следующая карта в нашем топе называется Бочка со скелетами. Она очень прикольная. Если у нее дефы, то она сможет нанести довольно большой дамаг. И это не все карты из Clash Royale, которые мне нравятся. Есть очень много других, но не у всех людей есть такие карты. Переходим. Следующая карта в нашем топе называется Стрел. Стрел прикольный, так же как Зап. Вот мне убивает с первого раза. Он убивает легко скелетиков, а также легко убивает дефет ведьму и может легко дефать скелетиков и какого миньонов. В общем, переходим к следующей карте. Погнали. Следующая карта в нашем топе называется Лучница. Лучница также может легко всем дефать, так как скелетиков и любого там миньона. Также миньона. В общем, карта очень прикольная, у меня была дека с ней. Она довольно прикольная, играет и как-то прокачивает только. И кстати, еще один плюс. И на какое-то время можно отвлекать полицию. Последняя карта — это Тесса. Тесса прикольная, дефет принца. Колоде у меня была, когда я с этого 4-го арену, она всех хорошо дефает. Если вам понравился мой топ, ставьте лайки и предложите мне нечто. Всем пока-пока-пока!